Последний звонок прозвучал для уникального кадетского класса в Реутове. Из-за карантинных мер торжественное мероприятие прошло в онлайн-формате. Сегодня прозвенит финальный звонок. Звонок, который говорит, что школьный путь длиною в 9 лет у наших ребят заканчивается. Сегодня ребята заканчивают основную школу. И совсем скоро, в июне, получат свой первый документ об образовании. Всего в кадетском классе 21 ученик. После получения аттестатов об основном среднем образовании 11 кадетов планируют поступать в средние специальные учебные заведения. Будучи учеником кадетского класса, понимаешь, что форма – это не просто внешний атрибут красоты и гордости. Форма – это образ жизни. Она ко многому обязывает. Надев форму, ты берешь на себя ответственность за свои поступки, которым окружающие судят о тебе, твоих близких, твоей школе. В прямом эфире учителя поздравили ребят с началом нового жизненного этапа и пожелали удачи в дальнейшей учебе. И, конечно, не обошлось без напутственных слов от главного наставника Дмитрия Евгеньевича Чеснокова. Кадеты, перед дверью расставания со школой помните, то самое благородное поприще – это служение своей родине и отечеству. Самые святые понятия – это семья и отчий дом. Самая верная дорога – дорога честного труда. Благодарю за службу, товарищи кадеты. Доброго пути вам. К поздравлениям присоединился и председатель Совета ветеранов Реутова, преданный друг школы Валерий Сергеевич Нечай. Именно в кадетском классе вы сумели приобрести вот те бойцовские качества. Силу духа. Значит, командный дух. Когда один за всех и все за одного. И все ваши достижения как раз являются подтверждением этих слов. Напомним, кадетский класс в Реутове был сформирован еще в 2015 году. За 5 лет ученики добились высоких результатов, стали победителями всероссийских конкурсов, слетов, сборов и международного танцевального фестиваля. Также кадеты традиционно принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы.